Саша Хмелевский отвечает на вопрос после матча с автомобилистом. Классная победа, такая эмоциональная. Какой она была для вас, Альда? Приятно. Я думаю, в прошлом, такие, когда мы вытащили после там две периода, вряд ли было. У нас сейчас два голы мы пропустили так быстро, и потом, чтобы вот так обыграть команду, это очень приятно было. Весьма сильный соперник противостоял. Вот за счет чего сегодня? Что ключевое в этой победе? Я думаю, как Виктор Николаевич сказал, просто желание было высокое. У нас мы на горство выиграли в третий период. Мы давили, не опускали соперник вообще заходить к нам в зоне. По сравнению с прошлым сезоном, вот лично для меня бросается в глаза, что команда стала намного больше поворотом бросать. Это такое важное изменение, которое можно отметить и вы можете отметить в игре команды в атаке? Ну, я думаю, просто у нас сейчас мы всегда говорим, что нужно решать сами. Знаешь, пас может быть прикоснуться где-то и там отскочить, но бросок это точно, и броски это что решает игру. Ты много где играл, и в прошлый сезон в Уфе. Как тебе сегодня атмосфера на домашней кубке? Ну, классный был, почти как плей-офф. Но чуть-чуть еще надо больше.